Oriflame. Она пришла в июле 2013 года, и сегодня у нее большая команда и семейный бизнес. Она работает вместе с братом, а сейчас уже присоединилась мама и сестра. Человек, который действует очень системно и видит все возможности на рынке. Лидер из города Красноярска, новосибирский филиал, Киясь Снежана. Добрый день, Oriflame! Меня зовут Кия Снежана, я директор компании Oriflame из города Красноярск. До того, как я начала работать и строить бизнес в компании Oriflame, я работала юристом. Я любила свою работу, но я всегда знала, что это не мое. Я искала что-то новое, интересное, это интернет-магазин «Контакты Квинс», своя юридическая компания, фирма по написанию дипломных работ и многое другое. Но в один день моя жизнь изменилась, я стала мамой. Моя жизнь поменялась. Но в декрете мне было скучно. Я начала искать развлечения в интернете. Это были различные хайп-пирамиды, инвестиционные проекты, вложи 1000, получишь 2, найди 2 реферала. Ну, в общем, что-то подобное. В процессе всего этого я очень часто видела объявления в интернете о том, что можно работать с компанией Oriflame в интернете. В один прекрасный день я откликнулась на такое объявление. Мне ответил мой вышестоящий спонсор Родионова Алена. Я зарегистрировалась и начала потихоньку работать. Но когда я осознала все те возможности, которые дает компания, я была в шоке. Это возможность работать дома, возможность самому строить свой рабочий день. Это общение с позитивными и успешными людьми. И, конечно, тот результат работы, который мы получаем, это признание, путешествие, то, что мы уже сейчас имеем, и, конечно, отличный доход. Как уже сказали, у нас семейный бизнес, мы работаем вдвоем с братом. У нас четкое распределение обязанностей, планирование, и в результате чего мы успеваем очень многое сделать. Мы работаем как онлайн, так и офлайн. У нас есть офис, где мы проводим мероприятия для наших партнеров, которые проживают в моем городе. И те партнеры, которые проходят это обучение, они также начинают работать как офлайн, так и онлайн. Девиз нашей команды с братом – это «Ставим цели и достигаем их». В моей команде более 30 активных партнеров, которые также строят бизнес в компании Oriflame. Что самое интересное, в основном это мамочки в декрете. Это и наша родная сестренка, менеджер 12% Киясь Александра, Маркина Евгения, Бухман Анна, Горячий Крисан, менеджер 18%, которая сейчас присутствует в этом зале. Давайте поаплодируем ей. В нашей команде много активных школьников, даже если у нас есть молодежный проект, студенты, пенсионеры, инженеры, строители, то есть люди разных профессий и специальностей. Основные правила и принципы работы наши с ключевыми партнерами заключаются в следующем. Первое. Мы передаем те инструменты работы, которые передал нам наш спонсор. Потому что эта система работает. Мы обучаем команду, как индивидуально работаем с ними, так и в группах путем проведения вебинаров. И вот одно из главных правил у нас с братом, мы никогда никого не тянем за уши, не заставляем ничего делать. Мы просто находимся рядом и помогаем людям во всем. Хотят помощи – помогаем, не хотят – извините. Наши ключевые партнеры очень много придумывают всего нового и интересного и пытаются это внедрить в работу, и не всегда это правильно. Иногда приходится их останавливать. Но никогда не меняем систему работы, потому что эта система вырастила уже не одного директора. Основной принцип работы. И мы считаем, что сильная ключевая команда, успешная ключевая команда – это залог супербизнеса с компанией Oriflame. Поэтому всем вам желаю лучшей ключевой команды, суперпартнеров и мега роста. Благодарю за внимание.